прекрасная и чистая, как солнце. Зажглась внезапно новая звезда. Спустившись вниз и постучав в оконце, желает вам здоровья и добра. Пусть будет так, как скажет ваше сердце. Поздравляем вас, ведь вы нам как семья. Живите счастливо, храни Господь младенца. А вместе с вами радуюсь и я. 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 Бля. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, крах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Нам тут 2 секунды. Да, все, вот это видео. Да. Это ради твоей дочки, зараза. Ради тебя и дочки твоей. Можно? Давайте поздравляем все Андрея и Сашу с рождением дочки. Скоро месяц. Скоро месяц. Ждем от нее первые Toy, ATV и Мобиусы вместе с монтажами. Да. B2B, чтоб гестапо умылся. Соня, за тебя пьем, за вас, семья. Давайте. Симферополь, Крым. Наталья, можно не выключать, когда он будет пить?